Конаковский железнодорожный вокзал принадлежит дирекции пригородных перевозок Октябрьской железной дороги. Именно туда долгие годы писали жалобы о состоянии платформы и самого здания «Конаковцы». Просьбы жителей были услышаны, и в прошлом году строители начали капитальный ремонт. Были установлены пластиковые окна, отремонтирована кровля, смонтированы подвесные потолки, отштукатурены и покрашены стены, вставлены новые двери. Также полностью произведен капитальный ремонт платформы. Сделали, практически перекрыли все платформенное верхнее пространство. Осталось зашить подплатформенное пространство. Установлены турникеты. И будет существовать здесь еще три калитки для персонала и на случай там пожарной безопасности. По словам железнодорожников, все выходы с платформы будут закрыты. Покинуть территорию вокзала можно будет только через турникеты. С 1 февраля они будут работать на вход и выход. Пассажир должен будет зафиксировать в данном устройстве свой билет, вводя штрих-код в отверстие турникета не только когда направляется на платформу, но и когда он выходит с прибывшего электропоезда в город. Таким образом, исключается проход через турникеты без билетных пассажиров. На сегодняшний день работы по установке пассажирских турникетов и весь комплекс по обеспечению контроля платы проезда почти закончены. Если сейчас конаковцы еще пользуются лестницами, ведущими к платформе, то с появлением турникетов попасть на станцию и выйти с нее можно будет лишь одним путем.